Всем привет! Вы на канале Владимир Трощий, и сегодня я хочу вам показать дом из Лего, какой я собрала сама. Я уже делала такой дом и снимала про него видео. Ссылочка на это видео в описании под видео. И, кстати, некоторые детальки, например, вот эта вот машина, гитара и черепашка, использованы из набора Bella Friends, какой я недавно делала распаковку. Ссылочка и на это видео тоже в описании. А мы приступим. Привет, меня зовут Мия. Меня Стефани. Меня Эмма. Меня Оливия. А меня Андреа. Сегодня мы хотим сделать вам экскурсию по нашему дому. Давайте для начала мы покажем вам наш первый этаж. Ух ты, кстати, нам прислали письмо и посылочку. Интересно, что там? Давайте раскроем ее. А тут нам прислали звезду. Ну что, давайте приступим к показу первого этажа. Вот и первый этаж нашего дома. На нем есть кухня, едальня, а еще туалет. А здесь есть ступеньки и клумба. А еще у нас есть животные. Два цуценя. Сейчас они прибегут. Это наши собачки. Тина и Скай. А еще у нас здесь есть телевизор. А Стефани очень умело готовит, поэтому она чаще всего готовит нам еду. У нас здесь есть блендер, дальше разные напитки и кексики, мойка с чашечками и вилочками, кастрюля, два хот-дога, ананас, банан, а в ящичке лежит кусочек кавунчика. А еще здесь у нас лежит газета, а возле газеты сумочка. Вот мы и показали вам наш первый этаж. Хотя нет, здесь у нас еще лежит миксер. В туалете у нас есть унитаз, умывальник с мылом и, конечно же, ванная. Вот и мы и показали вам наш первый этаж нашего дома. Приступим ко второму. Вот мы пришли. А тут у нас есть ступеньки на второй этаж. Вот мы и пришли на второй этаж нашего дома. Тут здесь туалетный столик, дальше столик с деньгами, билетом и списком дел. Здесь есть кровати, еще кровати для наших друзей и балкон. Вот мы уже лежим. А пока девочки отдыхают, я покажу вам, для кого эти кровати. Эти кроватки принадлежат нашим питомцам, Тине и Скай. Они здесь очень любят проводить свое свободное время. А еще я покажу вам наш балкон. Это наш балкон. И тут есть сиденье, чтобы отдыхать вместе с друзьями. Пойдем забирать девочку, и мы вместе посидим. И я покажу вам наш третий этаж. Это третий этаж нашего дома. На третьем этаже у нас есть гриль, магнитофон с музыкой, корзинка для того, чтобы играть с нашими животными. Тут есть цветочки, дерево дружбы,
на каком сидят два самых лучших друга. А еще у нас здесь есть питомцы. Птичка и кролик. Еще здесь есть... на котором очень удобно отдыхать. Вот мы и показали все три этажа нашего дома. Всем пока! Хотя нет. Еще не забывайте подписываться на мой канал, поставить лайк под этим видео. И еще не забывайте поставить колокольчик. Это поможет вам не пропускать наших новых видео. Всем пока!